Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на страницах тележурнала «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе. Православные знания становятся еще доступнее. Аудиокнигами духовного содержания пополнилась библиотека для слабовидящих. В рубрике «Вопрос священнику» духовник православной гимназии Кирилла и Мефодия Иерей Владимир Климов расскажет о значении и необходимости огласительных бесед. 31 октября Православная Церковь вспоминает искусного врача и живописца, апостола и евангелиста Луку. Об истории создания главного храма епархии расскажет настоятель Знаменского собора протоиерей Владимир Курлюта. Священник храма Сретения Господне протоиерей Андрей Хазов передал подарок в городское общество слабовидящих аудиокниги «Жития святых». Так называемые «говорящие книги» на компакт-дисках или иных носителях помогают незрячим людям знакомиться с миром художественной и другой литературы. Духовные книги тоже очень востребованы такими людьми, но почти им недоступны. Первой аудиокнигой духовного содержания, которая появилась в Юргинском обществе слепых, стал православный молитвослов. Его подготовил и выпустил медиацентр «Кузбасс-Север». Это нужно, конечно. Люди интересуются, люди спрашивают. В прошлый раз, по-моему, привозили нам 40 штук дисков. То есть там были утренние, вечерние молитвы. И людям не хватило, можно сказать. После молитвослова, увидев заинтересованность незрячих людей в подобных изданиях, медиацентр «Кузбасс-Север» при поддержке благотворительного фонда «Заречье» решил продолжить работу в этом направлении. Так были подготовлены аудиокниги «Жития святых». В комплект входит 6 дисков с рассказом о святых на каждый день с января по июнь. Каждый диск оформлен вкладышем с названием, выполненный шрифтом Брайля. Комплекты аудиокниг «Жития святых» были переданы также в Кемеровскую областную библиотеку для незрячих и слабовидящих. В беседе с читателями отец Владимир Хить подчеркнул значимость житийной литературы для воспитания человека. Чтение «Жития святых» – это человек укрепляется в вере, в чтении. Он видит на примере, как тот или иной человек посвятил себя полностью Богу. И религия – это наша культура. Она выражается и в книгах, и в архитектурных строениях, и в укладе жизни. Поэтому я считаю, что книги эти нужны. Можешь не верить. Это наша культура, культуру надо знать. Мне кажется, в душе у каждого все равно какая вера во что-то должна же быть. Кто во что верит, кто верит в светлое будущее, кто может в Бога верить. Поэтому, мне кажется, все равно знать надо. Поможет это или нет, это уже другой вопрос. 10 комплектов духовной литературы на дисках получит и школа-интернат номер 23 для слабовидящих детей в городе Полысаево Кемеровской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Снова с вами «Вопрос священнику». Сегодня мы говорим об огласительных беседах с отцом Владимиром Климовым. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Батюшка, мы сегодня хотели бы с вами поговорить о таком явлении, как огласительные беседы. Эти беседы необходимы и для тех, кто только приходит в храм, и для тех, кто является крестным, для тех, для самих родителей младенца. И священник может узнать, как они знают закон православный, как они знают закон Божий. Исходя из этого, уже священник может назначить огласительные беседы. Если человек знает, то тогда оглашение не обязательно. Оно уже прошло раньше. А если человек не знает ни «Отче наш», ни символ веры, не знает, что Бог есть Троица, этих простых вещей, если он не знает, тогда его необходимо оглашать. То есть доводить до его сведения, необходимые знания, через которые он потом бы мог воспитывать своего крестника, сам воспитываться и двигаться к Богу. То есть само слово «двигаться к Богу», подвижничество, подвиг необходим для спасения души. А чтобы куда двигаться и как двигаться, необходимо оглашение. То есть огласительные беседы – это такой рассказ для людей, которые пришли только креститься или крестить ребенка, в котором они узнают, да, что да, они идут. Да, так же, как букварь.
первые слова, первые буквы, которые изучает ребенок, и потом из этих букв складывает слова, предложения, вот, также и огласительные беседы. Они дают только начаток, они дают только начальный такой импульс, через который вот это движение может быть продолжено. И на богословских курсах, которые сейчас открыты у нас в городе, в различных местах, и через самоподготовку. Это все необходимо, потому что здесь начало вот это вот огласительных бесед закладывается сама семья. Ведь семья есть малая церковь. И поэтому без знаний создать и содержать семью невозможно. Необходима молитва, и в семье должен быть, в средине в самой семье, в сердцевине ее должен быть Бог. Батюшка, а если вот такая вдруг ситуация, человек хочет креститься, пришел в храм, но говорит, вот некогда мне, не хочу я ходить там, или еще что-то, зачем мне эта огласительная беседа, как здесь быть? Когда человек приходит в храм и имеет желание креститься, принять православную веру, то если бы это было в советские времена, когда не было такой свободы, как сейчас, то это было бы подвигом, и священник должен был крестить такого человека, потому что это уже большой подвиг был. Но сейчас, в наши времена, когда все церкви открыты, когда свободно можно прийти и взять литературу, ознакомиться, спросить у священника, это уже не является подвигом, а это является уже необходимым условием к тому, чтобы продолжить дальнейшее воцерковление человека. И если мы его покрестим без оглашения, без предварительных знаний, тогда получается, что он будет к этому и относиться так же. Относиться к этому холодно, не по-церковному, он не будет ходить в храм, причащаться. И тогда само крещение, которое есть зерно, которое мы садим, и это зерно необходимо поливать, удобрять, взрыхлять, давать ему солнце, влагу. И тогда это зерно начинает прорастать. Сначала листик, потом стебель, потом плоды. Плоды, который должен принести каждый христианин и который является необходимым условием для спасения души. Плоды, главный из которых плод – это любовь. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Таковы и суть Христовой. И вот эти вот плоды нужно взращивать всю жизнь. А оглашение является начатком всего этого пути. Люди очень часто говорят, что они заняты. У них очень много работы, трудов, забот. И им некогда вот, найти, они не могут еще времени на то, чтобы посещать так называемые лекции, вот, огласительные беседы. Может ли священник пойти навстречу как-то и договариваться о времени встречи? Священник может пойти навстречу и провести это оглашение в то время, когда им это удобно. Но есть такая практика, что когда у человека какое-то горе, болеет ребенок, или сам человек приступает уже к лечению какому-то, да, когда какие-то серьезные жизненные обстоятельства, тогда почему-то время находится. Человек приходит в храм, ставит свечи, молится, подходит к священнику, берет благословение. Так и здесь. Нужно считать, что это очень важный момент оглашения. Тем более, много времени он не занимает, но имеет пользу большую. Потому что здесь мы видим свободное волеизъявление самого человека. Он пришел с покорностью услышать Слово Божие. И если он это принимает со смирением и покорностью сейчас, так и дальше у него путь будет более гладкий, чем человек, который сразу отрицает вот это вот оглашение. Послушание, которое дает церковь. Спасибо, батюшка. Во славу Божию. До свидания. Сегодня мы говорили о том, что такое огласительные беседы, с духовником православной гимназии имени Кирилла и Мефодия, отцом Владимиром Климовым. Октября вспоминает Православная Церковь святого апостола и евангелиста Луку, современника и ученика самого Иисуса Христа. Лука был врачом из просвещенной греческой среды. Услышав о Христе, он прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял спасительное учение от самого Господа.
В числе 70 учеников святой Лука был послан Господом на первую проповедь о Царстве Небесном еще при жизни Спасителя на земле. По преданию Святой Церкви, апостол Лука написал первые иконы Божьей Матери с предвечным младенцем на руках, при виде которых Пресвятая Богородица, благословляя образы, пророчески произнесла: «Отныне ублажат мя всероди, благодать рощегося от меня и моя милость с сими иконами добудет». Апостол Лука – автор одного из четырех Евангелий. В первых стихах своего труда святой Лука говорит о своем стремлении наиболее полно и в хронологической последовательности описать по порядку все, что известно христианам об Иисусе Христе и его учении. Апостол Лука дал твердое и историческое обоснование христианской веры. Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание Церкви и рассказы самой Пречистой Девы Марии. В богословском содержании Евангелие от Луки отличается прежде всего учением о всеобщности спасения, совершенного Господом Иисусом Христом, о вселенском значении евангельской проповеди. Уважаемые телезрители, мы продолжаем рассказывать вам о храмах Кемеровской и Прокопьевской епархии. И сегодня мы побеседовали с протоиереем Владимиром Курлютой, настоятелем Знаменского собора, главного православного храма епархии. Новосибирский. Он так благословлял, что в честь тех храмов, которые были разрушены или снесены, в честь тех храмов и давалось имя будущим храмам. Ну а у нас еще здесь, конечно, промыслительно, что знамение нового времени, потому что на сломе времен, 89-й год, это еще советская действительность. Вот. И мы, значит, начали строить храм в одной стране, вот, оканчивали уже в другой стране, в России. Был Советский Союз. И поэтому на стыке времен это был, ну, первый храм. Это был первый храм в России, как ни говори, из больших, новых, которые начали строиться. Знаменский собор является у нас духовным центром нашей епархии, сейчас уже, наверное, и митрополии. Вот, с присвоением нашего владыки звания уже митрополита. Поэтому, но он начинался гораздо скромнее. Это был приходской храм, обычный приходской храм, даже церковь строилась. Вот. Но потом уже, когда пришли к выводу, что надо забивать сваи, проект делать, тогда уже конструктор представил нам 900 свай забивать на этот собор. Вот. Ну, потому что никогда храмы такие не строились, вот, чтобы это было на века. Чертежи были у фундамента, и 900 свай мы изыскивали, забивали. Вот. Ну и отсюда уже была возможность потом уже сделать вместо 30 заявленных метров высоты уже в 60 метров высоты он получился. Благодаря вот этому решению конструктора Бабкова Федора Федоровича, уже ныне покойного. Нижний храм, он был техническое помещение, планировалось. Потом уже сделали сваи, и пришли предложения их сделать восьмигранными. Потом пришли предложения от одного скульптора сделать консоли такие некоторые. И в целом получился как базиличный храм в честь князя Владимира. Прямо даже эту эпоху повторяет, как базилика. Ну, а наш сам собор, он, в общем-то, выдержан в пропорциях. Вот. Начинал его делать Дмитрий Соколов, архитектор московский, вот, архитектурную часть его. И он взял его как с московских храмов таких, вот, классических. А уже проделал дальнейшее Геннадий Некрашевич, архитектор местный.
Даже те же вот колокола, предположим, на марзаводе. Мы первые заказывали, никто их не делал за 70 лет. Никто не делал такие вот иконы большие в рост, потому что иконы, мы знаем, в советские годы были маленькие, небольшие, чтобы можно было в шкаф где-то тихонечко спрятать, притаенно. А сейчас это первые вот царские врата в Томске мы резали. Вот в Москве расписывали, москвичи расписывали иконы. Писали, витражи сделали с Томска, вот, потом мрамор привозили, хозспособом шло строительство, вот, и привозилось вот отовсюду, собирался собор. Строила бригада у нас украинцев, храм этот, строили только летом, зимой запасали деньги, копили деньги, материал закупали, вот, стройматериал. Вот. И уже так в течение 7 лет. Когда уже дошли до верхних окон храма, тогда уже выдохлись полностью. И тогда уже стала помогать нам администрация области. Вот. После верхних окон завершения уже благодаря администрации области мы делали, благоукрашали. Вот так вот за 7 лет явился Знаменский собор. Из основных святынь – это знамение иконы Божьей Матери, которая была, можно сказать, даже обретена именно, потому что накануне, за несколько дней до закладки камня, вот на этой площадке, на чистом месте, на поле, позвонил человек и сказал, что вот у меня есть какая-то икона, даже не знал, кто там изображен. Какая-то икона старинная, вот я хотел предложить. Но у нас денег совершенно не было, средств. Я говорю, ну видите, у нас сейчас средств-то нет, старинная икона. Да я вам не задорого так отдам. Вот он приносит знамя иконы Божьей Матери, вот, которая с самого начала и до самого освящения собора была с нами. Мы с ней крестные ходы обходили строительство. Пред ней молились, вот, перед этой иконой. И она сейчас занимает центральное место. У нас здесь знамение иконы мозаичное, которое сделала Наталья Емельянова. Она с тонкой-тонкой фракцией мозаики сделана. Также у нас есть мощи 12 апостолов, которые были впервые привезены сюда. И в честь них посвящен второй предел. Потом Киево-Печерский святых мощевик. Это даже не каждый города имеют, может быть, такие святыни. Жизнь изменилась в городе Кемерово. Люди увидели вот в этом перемену духовной жизни, свободу духовную, что не надо прятаться, потому что руководители стали в храм ходить. Ходить стали люди состоятельные, интеллигентные. Вот, и люди ориентироваться стали. Друзья, у кого-то знакомые, смотришь, они начали в храм ходить. Вот, если бы не было собора, ну, может быть, и не было такого как бы развития у нас в Кемерово. А потом он дал толчок, я говорю, что он дал толчок не только нам, он дал многие регионы, они уже как бы кивали. Вот, посмотрите, ну в Кемерово уже сделали, значит, можно же у нас. И уже пошло строительство больших храмов. Храм, он уже 20 лет почти уже, вот, и уже сколько много людей здесь и крестилось, и венчалось, и причащалось от христовых тайн, исповедовалось. То есть он уже несет полную нагрузку. Но мало того, это храм, где совершаются основные у нас такие богослужения, когда владыка совершает награждение, приезжают гости. Вот. Поэтому храм, естественно, является уже украшением города нашего. Уважаемые телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!